Комсомольск на Амуре знаменит не только своими самолетами, корветами, но и творческими людьми. В Хабаровск с уникальной выставкой из картин из гофрированного картона приехал комсомольчанин-художник Дмитрий Душкин. В нашем городе подобная выставка проходит впервые. Подробности в следующем сюжете. 1,5 тонны коробок, японской автокраски и полгода ушло у художника из Комсомольска Дмитрия Душкина на создание выставки арт-объектов из картона. Дмитрий когда-то учился в Хабаровском педагогическом университете, а затем уехал в город юности работать с детьми. Гофрированным картоном увлекся 3 года назад. Каждая работа имеет свой скрытый смысл. Здесь показана наша красота. Наша красота – это вы, женщины. Вот. На самом деле здесь показан силуэт дамы, который сделан вот из бабочек. Вот. А вот этот месяц, который дает возможность нам понимать, что месяц – это вечер, это ночь, это романтика, это завтрашний будет день, это значит продолжение жизни. Здесь показано в виде сережки ее. Но стилизовано, увеличено, чтобы запутать зрителя. На открытии выставки в Хабаровске побывали и ученики 32-й школы. Ребята смогли задать вопросы художнику и сделать под его руководством свой первый картонный шедевр – блокнот в японском стиле. Мы сегодня очень рады, что посетили замечательную выставку. Дети задают очень много вопросов, дети любознательные. Что вот это вот показывает? Вот это? Солнце. Но ты не прыгай, ты говори. Так, лучи, да. А еще ребята предложили художнику свои идеи для будущих работ, так что в следующем году мастер пообещал сделать из картона кошечек и собачек. Полюбоваться выставкой можно в Международном информационном центре Дальневосточной научной библиотеки до 24 октября. Прикоснулись к прекрасному. Виктория Пильник и Евгений Власов. Смотри Хабаровск.